Приложение Jam4Me. Приложение Jam4Me. 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 Messenger Jam4Me. А я напомню, вот так вот оно выглядит. Его очень легко скачать и установить. Мой профиль, собственно, вот. Кстати, тут есть еще функция группы. Она аналогична групповым чатам в любом другом мессенджере, но преимущество здесь в простом и удобном дизайне, к которому привыкаешь с самого начала использования. Отличие от паблика — это то, что обмениваться сообщениями и файлами могут все участники группы, а в паблике инфопосты делают только создатели. Вообще, хороший мессенджер, он зарядку вообще не жрет практически. Все. Позже. Здесь же можно удалять сообщения, потому что они не хранятся в базах данных, поэтому никто не сможет получить к ним доступ. Также сообщения можно редактировать. Почему бы нет? Красота! Надо удалить. Стикеры, стикеры, стикеры! Я нашла очень крутое приложение, которое называется Jam4Me. Мне это приложение очень понравилось именно своей простотой, потому что в нем несложно разобраться. И также там можно создавать, к примеру, голосовые сообщения. А еще очень прикольно то, что там можно редактировать уже отправленные сообщения. Вы не представляете, сколько раз у меня было такое, что я кому-нибудь отправляла какое-нибудь сообщение, а потом жалела о том, что написала. И мне просто хотелось все переиграть. Новый удобный мессенджер Jam4Me. Здесь классный дизайн, голосовая связь, прикольные эксклюзивные стикеры. Также у меня здесь есть свой паблик, ShirishXD. Вот он. Тут уже есть эксклюзивные фото и видео. Jam4Me серьезно очень прикольный мессенджер, он мне очень понравился, там удобный дизайн и он просто прикольно выглядит, поэтому я выбрал именно его. Как по мне, в этом приложении очень удобный интерфейс и мне нравится то, что там можно отправлять аудиосообщения, потому что бывает своим подписчикам я не отвечаю просто потому, что мне лень. Такое бывает действительно, а тут я просто могу отправить аудиосообщение, вы услышите меня, я отвечу на ваш вопрос и вообще очень прикольно. И еще там очень крутые эксклюзивные стикеры, которые подходят реально на все случаи жизни, я пользуюсь, мне очень нравится. Jam4Me – это мессенджер, который очень удобный лично для меня. Он не сольет никогда ваше сообщение, у него крутой дизайн и классные стикеры. Почему именно этот мессенджер? Почему не другой? Первое – удобный дизайн и графика. Супер простое приложение, в котором разберется даже ваша бабушка. Это не в обиду, но просто оно реально очень простое. Также здесь существует голосовая связь, потому что я смогу с вами общаться именно по голосовушке. И, конечно же, бесплатные крутые стикеры. Поэтому, друзья, это супер удобное приложение, которое экономит время, зарядку телефона, голосовые сообщения, стикеры. Очень все круто, удобство, дизайн. Поэтому, друзья, вам очень рекомендую скачать данное приложение, которое вы найдете по ссылочке в описании. Скачивайте, вы его скачаете 100%. Мессенджер удобный и имеет простой дизайн. Отправку видео, фото и голосовых сообщений, как в любых других мессенджерах. Но в отличие от других, он хорошо экономит батарею. Так, а теперь приготовьтесь к этому движению. Время для лидера – самый дорогой ресурс. Команда – это основное наше конкурентное преимущество в этом мире. Мы строим мессенджер мирового масштаба. Потому что вы часть этой истории.
Сегодняшнее мероприятие просто перевернуло мое сознание. Для меня это поистине потрясающее событие. Это действительно то, к чему мы с вами шли все эти 4 года. Очень горжусь, что я нахожусь в этой компании. Брать и делать все возможное и невозможное, чтобы посещать такие мероприятия. Полюби эту идею, начни с нее, и твоя жизнь поменяется. Добрый вечер, уважаемые партнеры, уважаемые гости. Прежде чем я начну, я вижу, что вроде бы со звуком все нормально. Я хотела бы принести извинения от члена Совета директоров Валерия Николаевича Острикова, который, к сожалению, сегодня не смог провести для вас эту презентацию. Дело в том, что, вы знаете, у нас 1 февраля пред-ICO начинается, и они, конечно, очень заняты. Но я думаю, что постараюсь презентацию провести так, чтобы всем было интересно. Вот сейчас мы с вами смотрели ролик. Вы знаете, я смотрела, и ощущение, что я словно оказалась там же, на событии компании, которое было проведено в шикарном отеле «Балчук Кемпинский» 17 декабря прошлого года. Веселые лица партнеров компании. Что же это за компания? Чем она занимается? Именно об этом мы с вами сейчас и поговорим. Итак, меня зовут Ая Микеева. Я имею статус гул-директора и сотрудничаю с компанией со дня основания. И знаете, мое благополучие полностью поменялось именно с этой компанией. И сейчас, когда мы строим высокотехнологичную IT-компанию с финансовыми сервисами, что сегодня в тренде, я с удовольствием вас познакомлю с GemFamily. GemFamily – именно так называется наш проект. Итак, я расскажу, зачем мы. А мы – это партнеры, которые пригласили вас на вебинар. Зачем мы создаем и выпускаем на рынок наравне с другими мессенджерами наш мессенджер, когда вокруг столько мессенджеров? Почему на рынке информационных технологий образуются сверхдоходы? В чем заключается уникальность проекта и чем обеспечивается его высокая сверхдоходность? Какая юридическая схема используется? Какие лично выгоды вы можете получить от ICO? Как и сколько можно заработать на проекте GemFamily? Многие из вас сейчас активно используют мобильные гаджеты, не заглядывая в свои компьютеры. Это ведь так? 7 лет ошеломительного успеха с момента появления WhatsApp в 2011 году, который тогда только показывал статус абонента, где он находится в сети или нет, потом только появились тексты сообщений. А говорить-то по WhatsApp мы начали, вспомните, 2,5 года назад. Да-да, именно 2,5 года назад. И за эти 7 лет мир изменился. Активное пользование приложениями мессенджер вошло в жизнь многих на планете. Я не буду вам рассказывать о тех этапах, которые вы знаете без меня замечательно. Этапы технологических революций. Первый рисунок, второй, третий рисунок. Почему? Потому что я хочу заострить ваше внимание именно на последних двух. Это революция мессенджеров, то, что сегодня в тренде, и буквально недавно революция блокчейна и криптовалюты. Сегодня весь мир, ну и все, кто здесь находится, даже если не сталкивались, то, по крайней мере, уже все знают, что такое биткоин и как он растет. Поэтому вот лично меня сегодня радует возможность оплаты коммунальных услуг через онлайн-банкинг. Я экономлю время, мне не надо стоять в очереди в банке или в авиакассе. И если все это я смогу делать через мессенджер, не гуляя по сайтам, то я, да и вы, наверное, будете только рады этому. Думаю, среди вас есть те, кто слышал или читал высказывание президента одного из крупнейших банков Сбербанка Российской Федерации Германа Грефа, что в ближайшем будущем банковские услуги будут оказывать не банки, а IT-компании. По его словам, его именно банк Сбербанк, вернее, к 2018 году построит экосистему, в рамках которой будут работать сервисы за пределами банковского сектора. А я хочу открыть вам секрет, и вы многие это знаете. А мы начали раньше строить высокотехнологичную компанию с финансовыми сервисами. И как сказал член совета директоров нашей компании Александр Брониславович Кочановский, мы сегодня даже не мессенджер создаем,
Да, он на базе мессенджера, но то, что мы делаем внутри его, это делает наш проект уже не созданием мессенджера, а созданием современной IT-компании, которая будет мощным финансовым сервисом. Я хочу, чтобы вы посмотрели. IT-технологии – это рынок, на котором мы сегодня работаем. И у вас, у всех, кто еще не с нами, есть возможность заработать на этом рынке, даже не будучи разработчиками или сверхумными программистами, как эти замечательные ребята на слайде. Смотрите, и Viber, и WhatsApp принесли им доходы, и причем немалые. Игорю Магазиннику почти миллиард долларов, Яну Кому около 22 миллиардов. И практически все мессенджеры были проданы за баснословные деньги. Почему? Потому что за короткий такой срок на Земле нереально заработать эти деньги. И это не секрет, потому что высокие доходы делаются сегодня именно на рынке IT-технологий. Если мы посмотрим на этот сайт, то мы поймем, какой бы умной ни была команда программистов, создание массового продукта, такого как мессенджер, продвижение его на рынок, то есть реклама, раскрутка, требует как минимум десятки миллионов долларов. И поэтому его создатели всегда прибегают к помощи инвесторов. А инвесторы всегда входят в уставной капитал компании. И чаще всего на этапе продажи такого приложения до 90% принадлежит самим. Не принадлежит самим разработчикам, а им принадлежит порядка 10-20%. Вот вы это здесь видите. А остальным, конечно же, владеют инвесторы. На этом слайде есть несколько примеров прибыльного вложения в инвестиции. Вот давайте посмотрим. Компания Apple, которую мы сегодня с вами хорошо знаем, потому что пользуемся и iPad'ами, и iPhone'ами, она сегодня известна на весь мир, а когда Майк Маркула инвестировал 250 тысяч долларов в эту компанию, она находилась в гараже. И многие из вас, наверное, знают, что история компании есть в фильме «Пираты Силиконовой долины». Если честно, кто-то не видел, то я очень вам рекомендую посмотреть. Для чего? Чтобы вы поняли, что великие компании создаются не сразу, и бывают риски, но они создаются. Но Майк Маркула не прогадал, продав свою прибыль затем за 154 миллиона. Представьте себе, вложил 250 тысяч, а получил 154 миллиона. Это и есть чутье инвестора, которое принесло ему 61 600% дохода. И в этой связи мне очень хочется показать вам еще пример. Когда чутье подводит человека, этот человек стоял у истоков этой же компании Apple и даже был автором первых юридических документов и первого логотипа Apple с долей 10%. Но вы знаете, он испугался ответственности и продал свою долю через полгода за 2300 тысяч долларов. За 2300 долларов. Услышите, 2300 долларов. Рон Лайон, человек, который упустил свою возможность, сегодня он бы имел целых 35 миллиардов долларов. Есть два ярких примера, которые показывают, шанс есть всегда. Есть для тех, кто не боится рисковать, и есть для тех, кто его теряет. Почему у вас есть возможность заработать на этом рынке? Да потому что мы с нашим приложением впервые реализуем интересную модель, которая позволяет на основе краудинвестинга привлекать не несколько крупных инвесторов или фондов, а огромное количество. И у нас сейчас десятки тысяч соинвесторов, мелкие акционеры. Вы знаете, мелкие – это когда тысячи, сотни тысяч долларов по сравнению с теми, кто вкладывает миллионы долларов в некоторые приложения. Но зато эта модель дает возможность большому количеству инвесторов стать акционерами и получить тот же результат, что и другие приложения, привлекая необходимые десятки миллионов долларов для создания проекта такого уровня, такого масштаба. В 2014 году мы генерировали идею создать приложение. Но представьте себе, стояла идея, но оно же должно было отличаться от всех мессенджеров, потому что на рынке уже было много мессенджеров, и какой был смысл делать еще один клон? Наша цель была очень простая – создать привлекательное массовое приложение, привлечь сотни миллионов пользователей, продвинув его на многие рынки,
дорого его затем продать, как были проданы WhatsApp, Viber, Skype, и, соответственно, распределить доходы между акционерами, которые участвуют в создании приложения. Надо сказать, что и Вселенная начала помогать воплощать нашу идею. И в 2015 году к нам пришли разработчики высокого класса, даже высочайшего, имеющие опыт создания подобного мессенджера. Именно они создали Viber, компания Synesis, находящаяся в Минске. И за короткий срок, с нуля, ребята сделали фундамент приложения. Но, конечно, вы знаете, что легче всего создавать новое, чем переделывать старое. Но нам повезло, и это факт. Мы начали поэтапно осваивать инвестиции и выполнять намеченный план. Если вы посмотрите на этот слайд, то вы увидите, что 2014 год мы затратили, или вернее вложили, потратили 1 200 000 долларов. 2015 год 2 200 000 долларов. 2016 уже 6 600 000 долларов. 2017 год 13 300 000. Все эти инвестиции от таких простых людей, как мы с вами, на начало 2015. Мы же с вами сейчас покупаем паки, то есть делаем инвестиции на разработку как раз-таки и на раскрутку нашего мессенджера. В 2016 году, вы знаете, у нас было только 1000 установок. Вот тогда лично я думала, боже мой, когда же мы сделаем первый миллион? А про 100 миллионов я вообще не думала. Но недаром поговорка народная гласит, глаза боятся, руки делают. Мы действительно сделали невозможное, что удается единицам из миллионов приложений. И это факт. В январе 2017 года первый миллион пользователей. Мы увеличились в 1000 раз. А сегодня нас более 4 миллионов. А если быть точнее, 4 315 882 две установки. Круто? Конечно, круто. Часто задают вопрос. А чем вы отличаетесь? Зачем мне устанавливать ваше приложение, если я уже пользуюсь другим мессенджером? Буквально недавно мне молодой человек из Польши, русскоязычный, написал. Да, я смотрел, ничего уникального не нашел. Вы знаете, у нас, так же как и у всех, есть базовый функционал мессенджера, премиум уровня, работа с книгой контактов, индивидуальные групповые чаты, паблик-каналы, передача изображений аудио и видеофайлов, передача геолокации. Коллекция уникальных стикеров, которая постоянно пополняется. Вы знаете, мы проводили конкурс стикеров среди партнеров, и авторы многих стикеров являются наши партнеры. Разве это не замечательно? Мы с вами вместе действительно делаем наш мессенджер. А уникальность, в отличие от всех мессенджеров, в том, что у нас полная безопасность переписки, нет сохранения на серверах. Кстати, сегодня в чате было написано по поводу этого сохранения на серверах. Ключевые люди, загляните и почитайте, что там было написано от Александра Брониславича. Вернее, он это озвучил. Есть только на смартфонах, а вот на сервере не хранится. Ну, написали, вот как сейчас, когда был ролик блогеров, и хорошо сказала одна девочка, что иногда напишешь, а потом хочешь удалить и никак не можешь удалить, потому что нет такой функции. А вот на Джеме вы можете удалить свое сообщение, даже если ему уже 24 часа. Существенная экономия батареи по сравнению с другими мессенджерами. Но и самая классная фишка – это создана недавно конференция на 64 человека. Мы сделали первыми ключ от этой секретной комнаты, где любой руководитель компании, а особенно это будет хорошо лидером сетевых компаний, может провести совещание. Вы же знаете, что на Skype есть такая возможность. Но там только 25-26 человек можно подключить, не больше. И мы просто еще не до всех это донесли. Я думаю, что у вас у всех есть сетевые лидеры, и эту фишку надо обязательно до них донести. Это разве не уникальность? В первом квартале этого года стоит задача создать мини-социальную сеть, сгорающие сообщения, видеочаты и переводчик. Представьте, вы говорите на своем языке с человеком из другой страны, а он слышит перевод на своем языке. Фантастика, скажете вы? Но это реально будет, и я это знаю точно, так же, как знают наши лидеры, конечно же, совет директоров, потому что все, что запланировано, все исполняется. Ну и, конечно, многие захотят пользоваться, потому что это
уникальность, это такая система для любого гражданина нашей планеты. И, наконец, мы можем не изучать все языки, какие есть. У нас друзья ведь есть и в Японии, и в других городах. А мы кроме английского, ну, никто, не все же знают английский, других языков особо и не знаем. У каждого сидящего есть, конечно, знакомые, которым нужно это донести. А за то, что еще вы донесете, вы получите вознаграждение за информацию. А какое и как вознаграждение, я, конечно, вам скажу, только немножечко позже. Вот здесь написано «Уникальность Gem for Me». И первое – бот-платформа. Это нужно многим, потому что бот-платформы, они сегодня новые, новое веяние, новый функционал. И они есть не на всех мессенджерах, а у нас они есть. Они есть в Telegram и они есть у нас. Так вот, бот-платформа позволяет вести любое количество сторонних сервисов от погоды до покупки авиабилетов. Это как раз то, о чем я вначале вам говорила, что коммунальные услуги в банкинге и интернет оплачиваешь и доволен такой. А вот представьте себе, что будет здесь, на этой бот-платформе. Я могу здесь коммунальные услуги оплатить. Marketplace позволит бизнесам создать бесплатно огромное количество магазинов, маркетов, даст возможность покупателям сделать легко покупку в мессенджере. Почему? Потому что он прочтет отзывы других покупателей и будет уже думать, надо им покупать или не надо. Финансовые сервисы нашего приложения, это то, о чем говорил Греф, и то, о чем сегодня говорят другие эксперты, это в принципе удобный кошелек для любых финансовых операций. Покупок, продаж, переводов, операций с криптовалютами, то есть с тем, что сегодня очень сильно интересует многих людей. И вот новый сервис, который буквально анонсировал Валерий Николаевич Остриков, член Совета директоров 8 января этого года, а в понедельник это было озвучено уже, потому что на пред-ICO это уже будет работать. Появился он в конце января, вначале появится, а на самом деле он уже практически готов. Он важен, этот функционал, потому что многие сейчас с форексного рынка переходят на торговлю криптовалютами. Условное название его Richland. Ну, наверное, уже не условное, оно, наверное, уже так и будет называться. Почему он важен? Потому что люди смогут получать сигналы от лучших аналитиков по покупке криптовалют. Им не нужно будет долго и скучно заниматься аналитикой. Мультиплатформенный бот с пуш-уведомлениями по аналогии с кэшбэк для Gem4Me и Telegram. Возможность даже в случае неудачного криптосигнала переждать момент, имея криптовалюту, в отличие от Форекса, где это нереально. И живой рынок с гарантией того, что ваша сделка не внутри брокера, а на самой бирже вы сами там делаете то, что вы выбрали. Чтобы экономить время, вторым этапом разработки бот будет связан по API напрямую с различными популярными криптобиржами, что, конечно же, позволит моментально купить или продать криптовалюту после получения сигнала. Абонентская плата. Я думаю, что она будет $200. Ну, так, слух такой прошел. Многоуровневая партнерская программа. Оплата абонентской платы возможна, слушайте внимательно, возможно нашими токенами. И выплата вознаграждения реферальная в криптовалюте. Представляете, как это будет удобно? Ну и, естественно, преференции, то есть на выгоды для пользователей Gem4Me. Дивиденды еще инвесторам Gem4Me в зависимости от пакета акций. Но здесь обязательно только тем инвесторам, которые сделали предэмиссию, я это подчеркиваю, и которые являются акционерами. Из того, что уже сделано и будет сделано в ближайшее время, можно увидеть, что наша концепция создать популярный мессенджер, который будет востребован огромным количеством пользователей, клиентов по всему миру. И нам только нужно запустить внутри мессенджера рекламу. А для чего нам нужна реклама? Чтобы о ней узнавали люди в любой точке Земли, во многих странах. Увеличить количество пользователей, клиентов нам для чего нужно? Мы же поставили цель Gem4Me продать в этом году за хорошие деньги. А чтобы его продать за хорошие деньги, мы должны накопить большое количество, базу клиентов. И все, кто имеет пакеты с акциями, тогда, конечно же, получат хороший процент. И мы используем и ищем
все каналы трафика по привлечению клиентов. Сегодня это Google AdWords, сервис рекламы крупнейшего поисковика в мире, который делает нам контекстную рекламу для привлечения целевого трафика. Вот мы недавно подписали договор с ассоциацией блогеров «Лидеры мнения», которые насчитывают более 130 блогеров. Это самое крупное объединение видеоблогеров Рунета. Вы знаете, это буквально произошло в Москве на событии, когда мы вот этот ролик блогеров выставили, и когда руководители ассоциации выступили перед нами, и они вообще были в восторге от всех партнеров, которые сидели в зале, потому что они никогда не видели такого, чтобы партнеры были вот воодушевлены, чтобы всех поддерживали. И всего здесь не все, конечно, блогеры. Я хочу сказать, тем не менее, это самое крупное объединение в Рунете. И именно с приходом блогеров этой ассоциации резко увеличилось количество пользователей среды молодежи и подростков. Блогеры, которых вы сейчас видели на фотографии, в основном все юные. Ну и они имеют свою аудиторию, таких же юных. Я вот, кстати, смотрю, когда общаются они, захожу на их каналы, то понимаю, что они общаются на каком-то своем птичьем языке, понятном только их аудитории. Вот я иногда даже не понимаю, о чем они говорят. Зато, знаете, они друг друга понимают, и они с удовольствием сейчас пользуются для связи нашим приложением. Еще мы с вами еще используем Facebook, международные спа-сети, то есть это для рекламы. Вот на этом слайде видно работа 23 блогеров за первый этап. А первый этап он был где-то не полный месяц, около 3 недель. Количество просмотров, посмотрите, 8 миллионов 300 тысяч. Задействованы такие социальные сети, как YouTube, ВКонтакте, Instagram, благодаря которым сделано 263 519 установок. 17 декабря на событии все партнеры ликовали, когда на экране возникла эта цифра – 4 миллиона. А сегодня, я вам уже сказала, на 315 тысяч больше. Практически завтра, наверное, уже будет на 400 тысяч. И иначе быть не может. Потому что сами партнеры – это целая армия фанатов, которые неустанно продвигают наш джем. И потому что это разработчики, компания Synesis. Компания Synesis, которая имеет опыт создания и продаж таких проектов, как известно во всем мире Viber, о чем уже говорил. Здесь один из слайдов, который был продан японцам почти за миллиард долларов в 2014 году. Игровой сайт Playtika продан в 2016 году за 4 миллиарда 400 тысяч. В самом начале я вам говорила, что нас любит вселенная. Нас всех, партнеров, совет директоров, разработчиков, инвесторов – и нам повезло иметь разработчиков самого высочайшего уровня. И не только иметь, а видеть, общаться, тестировать версии мессенджера. Мы общаемся с руководителем разработок Ольгой Никитиной напрямую в чатах. И я знаю, у кого была такая возможность, вернее, правильнее будет сказать, я вообще не знаю, у кого была такая возможность быть в самом сердце такой компании в ее офисе. А наши партнеры, 300 человек, там побывали. Я могу долго и с любовью рассказывать о нашем проекте, о том, как нас заметил Google в 2016 году. Кстати, опять-таки, благодаря активности армии фанатов и пригласил сотрудничеству. И наши директора летали в офис европейский и в Калифорнию. Нам проводили обучение сотрудники Google. Компания консультирует развитие, продвижение проекта GemFamily. Именно эта крупная компания дала высокую оценку нашему проекту. 3А+. И это действительно круто, когда мы имеем такие возможности. Много ли есть компаний на стадии развития, имеющих оценку от независимых аудиторских компаний? А мы ее получили. В июне 2017 года 47 миллионов стоимость нашего проекта. В сентябре 87 миллионов. Почти в два раза увеличилась стоимость за 3 месяца, а уже сегодня стоимость 113 миллионов 600 тысяч.
Почему? Потому что с увеличением количества пользователей и добавлением новых функционалов финансовых сервисов растет стоимость проекта. Но наша цель, конечно, немножко другая – создать и продать мессенджер. И это главное. Стали вопросы, как увеличить, как ускорить создание мессенджера, как увеличить его привлекательность за счет новых функций, как ускорить процесс популяризации мессенджера во всем мире. И было принято решение усилить финансирование через ICO. Ну вот, я хочу вам коротко сказать, что ICO – это форма привлечения инвестиций в новые технологические проекты и стартапы в виде эмиссии продажи инвесторам новых криптовалют или токенов. А токен – это аналог акций в финансовом мире. Это цифровой код, который дает владельцам возможность получить ту или иную выгоду при реализации проекта. В 2017 году вы наблюдали, что ICO переживает настоящий бум. Уже прошло более 200 размещений, было привлечено более 3 миллиардов долларов. В 2016 году было всего 256 миллионов долларов. Ну а в 2017 году самым активным месяцем стал сентябрь. 37 стартапов получили от инвесторов почти 850 миллионов долларов. Хочу сказать, что здесь выходили проекты, которые даже не имели оценки стоимости. А в чем же наше преимущество перед ними? Наша главная цель заключается, и наше преимущество, в проведении ICO Gem4Me финансы. То есть с целью привлечения инвестиций для создания новых финансовых сервисов. Для мессенджера Gem4Me, который повысит его привлекательность, увеличит количество пользователей. И 1 февраля пред ICO. Я немножко волнуюсь, поэтому приношу изменения. Конечно же, пред ICO. Но в этом пред ICO уже будут участвовать практически 3 финансовых сервиса. Разве есть среди всех, кто был в прошлом году на ICO, компания, у которой были готовые продукты? Навряд ли. И вы знаете, совместно с компанией ICO Box, на событии представитель этой компании выступал из Лос-Анджелеса, и на понедельник была конференция, и там был хороший отзыв. Молодой человек, который тоже сотрудник этой компании, кто не слушал презентацию от совета директоров в понедельник, рекомендую послушать. Там очень хороший отзыв именно от сотрудника ICO Box. Так вот, эта компания является консультантом по проведению нашего ICO, и поэтому были утверждены основные даты по старту. Токен наш, который будет продаваться на ICO, мы назвали Gem4Me. Красиво звучит, Gem4Me. Итак, 1 февраля 2018 года будет опубликование white paper, landing page, one page и начало при ICO, закрытой предэмиссии. При ICO продолжится в течение 2 месяцев. Все зависит от того, сколько нам предстоит организовать встреч, конференций, где мы будем рассказывать про ICO, про вывод наших финансовых сервисов на ICO. Само ICO также будет в течение 2 месяцев. Да, многие хотели бы прямо сейчас провести ICO, а что сейчас, даже в прошлом году требовали, давайте проведем. Вы послушайте внимательно. Во всем мире сегодня ICO стандартизируется, описывается законами, и нам это очень надо учитывать. Мы не можем рисковать, слишком много у нас акционеров компании. И, конечно же, самое главное, это наш продукт мессенджер. Мы делаем все согласно законам. Мы впервые в истории ICO выпускаем официально евроноты для привлечения инвестиционных фондов, инвестиций в фиатных валютах. Про это будет обязательно, конечно, проведен отдельный вебинар, на котором вы узнаете, что такое евроноты и зачем они созданы. На этом слайде наши финансовые сервисы. Вот первый сайт, наш кэшбэк. Я хочу задать вопрос партнерам. А вы пригласили новичков на презентацию? А все ли вы зарегистрировались в кэшбэке? Я очень хочу, чтобы вы все зарегистрировались. Почему я хочу? Потому что это просьба совета директоров.
Если мы хотим получать дивиденды от этого сервиса финансового, то мы должны быть все там внутри. А иначе как же мы будем создавать эти деньги, которые пойдут на дивиденды? Richland и криптообменник. Вот криптообменник – это нужно будет тем, кто занимается криптовалютой. Знаете, таких людей очень много. И они всегда ищут обменники, где самое удачное может быть обмен их криптовалют или биткоинов и так далее. Так вот, у нас будет криптообменник, который будет продавать криптовалюты и который будет обменивать на фиатные настоящие деньги. Ну и все тайны не могу открыть, но точно знаю, что здесь будет просто необыкновенно. И это, этим будут пользоваться многие. Ну а для нас что с вами важно? А для нас важно, что мы будем получать от этого дивиденды. Буквально на днях во всех чатах было, и если кто-то не слышал, то, пожалуйста, посмотрите на этот слайд и сделайте то, что просят совет директоров. А что они просили? Они просили всех установить приложение Telegram и войти в две группы GMS.ru и GMS.in. Многие тогда вот стали задавать вопрос, а зачем мы здесь должны, а не на нашем джеме? А вот посмотрите, дело в том, что последние два года так сложилось, что именно в Telegram создается основной канал для общения с будущими инвесторами. И поскольку все криптоинвесторы уже привыкли к этому, что и мы решили создать свои каналы здесь. Мы же не сможем их сразу всех пригласить в джем, это нереально. Мы же хотим привлечь большое количество инвесторов, а они там присутствуют на Telegram, поэтому они обязательно нас увидят. На Джеме и в других мессенджерах мы также откроем эти каналы. Но сегодня важно показать инвесторам число наших участников в этих каналах. И поэтому совет директоров попросил, сделайте установки, найдите каналы, пригласите своих друзей, пригласите своих родственников, потому что в 2015 году на самом деле мы голосовали, когда лучшее приложение мессенджер, то мы заняли первое место в народном голосовании. Оказывается, 35 тысяч было лайков. Представляете, сколько мы привлекли? А здесь давайте хотя бы привлечем 2000, 3000. Почему? Потому что на самом деле это очень важно. Те люди, которые придут, чтобы посмотреть, что это за компания и что мы здесь делаем, они обязательно будут смотреть на количество участников. Ну, а теперь о самой долгожданной информации. Как и сколько можно заработать в венчурном проекте Gem4Me? Ну, очень просто. Купите пакеты акций и станьте совладельцем Gem4Me. Самый простой шаг. Но прежде чем это вы сделаете или надумаете делать, я расскажу, как и за какие деньги это можно сделать. Я познакомлю вас с юридической схемой компании. Юридическая схема компании, она мне очень нравится, особенно этот слайд. Здесь четко видно, как все организовано, что происходит в компании. Поэтому поговорим об этой стороне дела. Идея, конечно, важна. Идея наша – продать, создать и продать. Важны сами разработчики, которые это делают. Но важны еще и управление, и юридическая чистота бизнеса. Потому что кто бы ни приходил в наш проект, они всегда спрашивают, а какая защита? А какая чистота бизнеса? А где я могу посмотреть документы? Итак, в 2016 году мы начали, в 2017 году завершили создание инвестиционного фонда, который привлекает на полностью легальной юридической основе тысячи инвесторов. Примерно половина фонда, 51%, владеет швейцарской компанией E-Investment Holdings. Эти акции принадлежат разработчикам и организаторам проекта, а другая половина, 49% акций, предназначена для инвесторов, то есть для нас с вами, партнеры, и для тех, кто сегодня является гостем, а завтра будет нашим партнером. Было выпущено 4 миллиона акций, а мы планируем продать их за 12 миллиардов долларов. Вот и посчитайте, каждая акция будет стоить 3000 долларов. Все деньги собираются в инвестиционном фонде Gem4Me Investments PLC, созданного в виде открытого акционерного общества на Мальте.
В свою очередь, этот фонд владеет 100% уставного капитала инвестиционного фонда Investment Holdings Ltd., также расположенного на Мальте. Он является основным правообладателем, то есть той компанией, которая, собственно говоря, и будет продаваться, потому что ей принадлежат права на базу клиентов и на саму разработку, на программный код, код нашего мобильного приложения. И эта компания, соответственно, получив деньги от фонда Investments PLC, распределяет их на 4 основных направления инвестиций. Это на команду разработчиков, это на рекламу, то есть на продвижение, это на реферальную программу. Реферальная программа – это то, что мы зарабатываем, получаем по ней премии, акции. И, наконец, это администрирование. 1 февраля. Больше акций за меньшие деньги. А сегодня пришла новость. 29 будет понедельник, если я не ошибаюсь. Да, я не ошибаюсь. 29 января понедельник. И сегодня новость, вот модератор здесь ее озвучивает, написал, что этот промоушен действует только до 29 января. Значит, у нас с вами осталось 4 дня, 29 января полностью, за которые мы можем, я говорю о тех, кто еще не пришел к нам, а кто сейчас слушает презентацию, ну и я говорю о тех, кто здесь находится, что вы еще можете успеть поднять свой статус, то есть купить, добавить полога и купить пакет повыше. Смотрите, ну классно, 135 стоил и получали 2 акции, да? Одну акцию получал спонсор, 121,5 стоит, 3 акции получает партнер и одна спонсору. То есть все цены здесь ярко и видно. 364 вместо 405 евро, 1093 вместо 1215, 2916 вместо 3240. Самое приятное, что количество акций увеличено практически на 50% и у покупателя, и у спонсора. Ну, у спонсора в зависимости, конечно же, от статуса. Что же вы будете иметь, купив один из пакетов? Я обращаюсь к тем, кто первый раз слушает нашу презентацию. Или кто слушает уже не первый раз, но еще пока не принял решение. Так вот, я хочу вам сказать. Первое, вы станете партнерами. Вы станете владельцами токенов, акционерами компании Gem4Me, имеющими право на получение дивидендов, то есть пассивный доход от работы финансовых сервисов. И ваши деньги, конечно же, те, которые, на которые вы купите пакеты, пойдут на разработку этих сервисов. А может быть, часть пойдет на рекламу. А еще вы будете называться, как и мы, партнеры, сделавшие предэмиссию, токен-холдерами. И если на первом ICO, видите наверху первое ICO, и до определенного момента мы получали в подарок еще подарочные токены, которые будут участвовать на первом ICO. Сейчас эта акция уже закончилась. Вот это и называется, кто успел, тот и хорошо поработал. Так вот, товарные токены, это и есть Gemmy Coin. А их уже в подарок не дают. Но на втором ICO, если вы не все знаете, то я вам говорю, что у нас будет еще второе, внутреннее ICO. Так вот, на втором ICO для акционеров можно будет докупить токены, но уже акционерные только, или продать. Я думаю, что всегда найдутся люди, которым срочно нужны деньги по какой-то причине. Так вот, мы будем продавать, покупать здесь внутри. Ну, а более подробное объяснение вы, конечно же, еще услышите, когда подойдет второе ICO, приблизится. А я хочу сказать и обратиться к тем партнерам, которые уже не первый год. Если вы не сделали предэмиссию, то не ждите дивидендов. Не обижайтесь, это честно. Ваших денег на создание финансовых сервисов, которые и будут зарабатывать для нас пассивный доход, дивиденды, не было вложено. Но смотрите, у вас у всех есть возможность успеть это сделать сейчас, пока еще акции и акционерные токены имеются. Тем более, что сегодня это выгодно. 29-го завершается фантастическая лотерея новогодних сюрпризов. Знаете,
Каждый год компания делает какую-то лотерею. Ну и чаще всего именно к Новому году. Я даже не знаю, есть ли компании, которые вот так новичок пришел и выиграл. Причем смотрите, какие призы. Не один iPhone 10, а 3 iPhone будет разыгрываться 29-го. 3 iPhone 10, 3 iPhone 8. Будет разыгрываться iPad, будет разыгрываться Samsung. Ребят, это же классно. Сегодня кто-то купит пак, и спонсор иметь будет билет лотерейный, и новичок. Ну, хочу секрет открыть, новичкам везет как-то больше. Вот в моей команде выиграли из Ташкента Samsung, и из Тараза выиграл и спонсор, и партнер 10-й iPhone и iPad. Здорово? Я думаю, что здорово. Мало того, что здорово, еще приятно именно в Новый год это выиграть. Сегодня это еще и выгодно, я вам сказала. А сейчас я хочу, чтобы вы очень внимательно посмотрели на это счастливое лицо. Почему? Потому что пришло время быть счастливым, успешным человеком. И не где-нибудь, а здесь и сейчас. Потому что GemFamily вышел на финишную прямую. Мы играем по-крупному. Это было на самом первом слайде написано. И помните, я еще вначале вам сказала, что мое благополучие именно с этой компанией стало. Изменилось. Почему? Посмотрите, мои мечты сбываются. Разве могла бы я, выйдя на пенсию, думать о том, что я попаду в Сингапур, в Доминикану, в Южную Африку? И сейчас, 18-го, мы летим на Шри-Ланку. Мало того, что я имею акции, я еще имею возможность отдыхать в компании наших лидеров вместе с директорами, а иногда и с разработчиками, в лучших отелях мира. Я очень хочу, чтобы многие, кто находится здесь, пришли и стали вместе с нами. Конечно, если вы не придете, ничего не произойдет. Ничего не произойдет завтра, послезавтра ваша жизнь будет так же идти. Но вспомните, есть человек, который за 2-300 продал свои акции Apple и не заработал тех 35 миллиардов, которые могли бы заработать. И я действительно люблю, когда появляется слайд, что сегодня выигрывает не самый умный, сегодня выигрывает самый быстрый. И это правда. Бывают люди, и я встречаюсь с такими, которые говорят, я сейчас изучу, я сейчас прошу у программиста. Да не знают программисты. Это новый продукт. Продукт, который, ну, просто бесподобный. Вот говорю это с любовью и знаю, что практически 100% партнеров, находящихся здесь, любят этот продукт так же, как люблю его я. Я очень хочу, чтобы у всех у вас было самое хорошее и благополучное обитание на этом земном шаре. Спасибо вам за то, что вы пришли. Я очень рада, что сегодня я с вами встретилась. Вот. Потому что так получилось, что в прошлой неделе, в четверг, я не смогла. Я хотела вот здесь, при вас, при всех, поблагодарить Галочку Антонян, платинового директора, которая вышла вместо меня и сделала презентацию. Вы знаете, я люблю нашу компанию, потому что у нас все друг друга выручают. Я благодарна вам, что вы были сейчас со мной. Я надеюсь, что мы с вами успеем до 29-го пригласить и зарегистрировать новичков. Чем больше счастливых людей будут рядом с нами, тем больше счастья будет каждому. Спасибо, до свидания. Thank you.